Экскурсия для детей с нарушенным зрением. Больше всего понравилось трогать лялечек, смотреть скорую на помощь. КФУ открывает новые таланты. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair. Желудок, навигатор сердца. Эти исследования, они на самом деле уникальны еще и тем, что оборудование такого рода, такого класса, оно есть в нашей республике только в университетской клинике. Всем привет! В эфире «Универ News», а в студии Аделина Абдрахманова. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин встретился с руководством Национального университета Узбекистана. От КФУ в мероприятии также принимали участие проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и проректор по образовательной деятельности Екатерина Турилова. В ходе встречи обсуждались основные направления сотрудничества, в том числе и создание на базе Казанского университета Центра узбекского языка. Также со стороны договорились о создании в ВУЗе музея экспонатов, посвященных жизни и творчеству узбекских мыслителей, и о создании аналогичного музея экспонатов татарских просветителей в Национальном университете Узбекистана. В симуляционном центре Института фундаментальной медицины и биологии состоялась экскурсия для детей с нарушением зрения. Как это было, выяснял наш корреспондент. В симуляционном центре Института фундаментальной медицины и биологии состоялась экскурсия для детей с нарушением зрения. За время визита ученики 172-й школы изучили макеты человеческих органов. Приглашаем всякие школы к нам на экскурсии. И данная специализированная школа у нас уже второй раз. Первый раз они сами изъявили желание в мае, мы им приготовили. Было, конечно, для нас очень волнительно, мы готовились. Второй раз уже к нам полегче, так как мы знаем уже, как, с каким контингентом детей работаем. Экскурсия носила больше тактильный характер. Каждый экспонат можно было потрогать. Помимо этого, участники экскурсии смогли изучить медицинское оборудование и использовать его на практике. Мне больше всего понравилось трогать лялечек, смотреть скорую помощь. Помощь служит манекена. Мне больше всего понравилось, как мы видели скорую помощь и как я спасал человека. Мне больше всего запомнилось и понравилось смотреть кости. Еще мне понравилось слушать дыхание, и я научилась делать реанимацию легких и сердца. Программа экскурсии была адаптирована с учетом особенностей участников. Были задействованы не только тактильные, но и слуховые способы изучения экспонатов. Все новое, все, что они сейчас воспринимают, все, что получают, это все для них полезно. Полезно только с тем, что это все объекты натуральных размеров, все как в жизни, то есть они могут ощутить не на фильме, не минимизированных каких-то макетах, которые находятся в школе и так далее, да, а здесь они могут в реальности ощутить, что действительно вот так это может произойти, даже та же самая авария, которую мы сейчас трогали. И вот то, что здесь они могут видеть строение скелета человека, проходим, есть у нас раздел, тема «Организм человека», где мы это все проходим, изучаем, и здесь воочию это все увидеть. Детям это очень интересно. Помимо прощупывания отделов сердца и наблюдения за работой легких, ученики 172-й школы узнали, как правильно оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь и оказать первую доврачебную помощь. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Ежегодный студенческий фестиваль «День первокурсника 2022» в самом разгаре. Яркие постановки, костюмы и, самое главное, новые таланты, которые открывает университет в лице первокурсников. Подробнее обо всем расскажем в нашем сюжете. И в тот же миг сотни его личностей рассыпались по свету. Ежегодный студенческий фестиваль «День первокурсника» близится к своему логическому завершению. Конкурс первокурсников из года в год проходит в октябре. Фестиваль самодеятельного творчества студентов каждый год вызывает бурные эмоции и желание первокурсников окунуться в их первый праздник студенческой жизни. Участниками фестиваля становятся студенты очной формы обучения.
День первокурсника – одна из главных традиций Казанского федерального университета. Каждый институт готовит свою концертную программу, основываясь на талантах своих студентов. Данный проект помогает институтам открыть новые таланты, а также это является хорошим шансом для первокурсников показать себя и познакомиться с интересными, творческими и яркими личностями. Из ярких выступлений стал номер Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Танцевальная студия Hot Hells поразила своей хореографией. Девушки с первых секунд стали показывать сложные танцевальные связки, а игра света и костюмы лишь добавляли антуража. Институт международных отношений также оставил свой отпечаток в памяти зрителей. Яркие костюмы, профессионально поставленные номера и необычные истории из жизни отца и сына. Студенты решили затронуть острую проблему поколений и не прогадали. Зрители остались под впечатлением от выступления института. Свою конкурсную программу представил Институт физики с историей о трех молодых людях, ищущих себя. Юридический факультет показал историю Кати, девушки, пытающейся найти компромисс души и разума. Институт вычислительной математики и информационных технологий показал зрителям ночную жизнь музея, его секреты и скелеты в шкафу. Институт филологии и межкультурной коммуникации показал историю о месте, где можно скрыться от реальности. Инженерный институт выступил с историей о портале в параллельный мир. Институт математики и механики имени Николая Лобачевского перенес зрителей в цирк, в котором главный герой Рома работал всю жизнь. Институт информационных технологий и интеллектуальных систем выступил с историей о черепашках-ниндзя. С нетерпением ждем выступлений других институтов. Напомню, что по итогам конкурсных дней фестиваля лучшие исполнители награждаются грамотами лауреатов и победителей. Торжественное подведение итогов традиционно завершится гала-концертом с выступлением самых запоминающихся вокальных и танцевальных номеров. Аделина Абдрахманова, Универньюз. В униклинике Казанского федерального университета прошел мастер-класс по кислотозависимым заболеваниям. Подробнее в сюжете. 8 октября Казанская гастроэнтерологическая школа провела первый уникальный мастер-класс для специалистов одного из самых популярных медицинских профилей – гастроэнтерологов. Первым в его программе стал доклад заведующего кафедры фундаментальной и клинической медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Саяра Абдулхакова. Эксперт рассказал, как интерпретировать результаты манометрии высокого разрешения и суточной pH-импедансометрии. Речь идет об исследованиях, которые необходимы тем пациентам, у которых при наличии клинических симптомов изжоги или кислоотрыжки не наблюдается. Никаких изменений в пищеводе. Эти исследования, они на самом деле уникальны еще и тем, что оборудование такого рода, такого класса, оно есть в нашей республике только в университетской клинике, в медико-санитарной части Казанского федерального университета. И мы уже в течение более 4 лет проводим эти исследования. Поэтому я думаю, что тем докторам, которые сегодня пришли пообщаться и имеют возможность посмотреть, как проводится это исследование, мы разберем на отдельных клинических примерах, как правильно интерпретировать результаты, как использовать их в выставлении диагноза и в назначении лечения, я думаю, что они действительно получат очень много полезной информации. Сразу после получения теоретических знаний участники мастер-класса приступили к практическому опыту. Врач-эндоскопист медико-санитарной части Казанского федерального университета Иван Халтурин наглядно продемонстрировал на пациентке униклиники оборудование и методику проведения манометрии высокого разрешения и суточной pH-импедансометрии. По словам эксперта, при помощи этого метода возможно выявление сократительной способности пищевода. Основными показаниями к проведению манометрии пищевода высокого разрешения является наличие у пациента жалоб как дисфагия, то есть это затруднение прохождения твердой либо жидкой пищи, это наличие у пациента предстоящей антирефлюксной операции по поводу ГЭРБ либо грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. При помощи этой методики мы выявляем функциональные нарушения моторики пищевода, которые невозможно выявить другим методом исследования. Мы выявляем неэффективную моторику пищевода, мы выявляем ахолазию кардии, наличие фиксированной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. В принципе, это уникальность.
Завершился мастер-класс интерпретации результатов исследования, обзором последних рекомендаций в области лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, а также коллегиальным обсуждением. Напомним, что униклиника Казанского федерального университета является одним из передовых лечебно-диагностических комплексов Республики Татарстан. Главная задача врачей – приложить все силы для улучшения здоровья пациента. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. Прием заявок на участие в студенческой олимпиаде «Я профессионал» стартовал. Напомним, что регистрация доступна до 15 ноября на сайте олимпиады. Партнерами проекта выступает Яндекс, Российский союз промышленников и предпринимателей и платформа «Россия – страна возможностей». Министерство науки и высшего образования Российской Федерации подвело итоги реализации проекта «Научный полк». Казанский федеральный университет за активное участие в акции отмечен благодарностью федерального ведомства. Напомним, что в 2022 году «Научный полк» прошел с 18 апреля по 22 июня. На медиаресурсах Казанского федерального университета были опубликованы порядка 50 материалов. Один из них был посвящен работе Петра Капицы в годы войны над внедрением в производство кислородной установки. Также была опубликована статья о героически сражавшемся за родину выпускнике вуза, а позже профессоре Игоре Романове. В Казанском федеральном университете открыт штаб по оказанию адресной помощи военнослужащим и их семьям. Штаб функционирует на базе добровольческого центра КФУ «Планета добрых людей» в рамках всероссийской акции «Мы вместе» и республиканского движения взаимопомощи «Ярдаменаше. Помощь рядом». Сбор продовольственных товаров, медикаментов и других необходимых вещей проводится в кабинете 108 концертного блока КСК КФУ «Уникс». Студенты и сотрудники Казанского федерального университета всегда показывают стремление помочь нуждающимся, и сейчас мы также не смогли остаться в стороне. Здесь будет как и адресная помощь оказываться по запросу, так и будет происходить сбор гуманитарной помощи. Вся информация у нас выставлена на сайте нашего университета, где можно ознакомиться с списком необходимой продукции, которую можно приносить. Штаб у нас работает в Униксе. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!